По статистике, в России около 13 миллионов слабослышащих людей. Получить высшее техническое образование без специальной помощи им очень сложно. В России помочь в этом могут только несколько вузов. Лидером здесь является Государственный технический университет имени Баумана, где с 1994 года под руководством Александра Станевского работает Центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Задача центра – облегчить слабослышащим студентам обучение в университете и стать востребованными специалистами в современном обществе. Для этого в центре применяют метод интегрированного обучения. Интегрированное обучение – совместное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, интеллекта или сенсорной сферы и лиц, не имеющих таких ограничений. На лекции по высшей математике для первокурсников Бауманского университета на первый взгляд привычная обстановка. Но все студенты в аудитории слабослышащие. Специалисты центра разработали уникальные методики для изучения таких дисциплин, как, например, квантовая механика, для которых не разработан язык сурдоперевода. Небольшие зеркала на мониторах позволяют студенту, не отрываясь от экрана, беседовать с подошедшим к нему преподавателем и читать по губам его объяснения. Для этой же цели в аудитории установлены камеры, которые увеличивают лицо преподавателя и выводят изображение на большой экран. Программу первых двух курсов студенты проходят за 3 года. Это необходимо по двум причинам. Во-первых, слабослышащим студентам нужно адаптироваться к равным со всеми условиям. Во-вторых, коррекционные школы, из которых, как правило, приходят ребята, предлагают им намного более слабую программу, и часть школьных предметов необходимо подтянуть. Эти 3 года студенты занимаются практически по индивидуальным программам под пристальным наблюдением преподавателей. На старших курсах обучение уже ведется в общем потоке. Студенту перед лекцией достаточно взять комплект оборудования, наушники для себя и специальный микрофон для преподавателя. Первые 3 года организация учебного процесса другая. Я бы сказал бы так, что это индивидуальная организация учебного процесса, но в групповой форме. Вот. Здесь есть некоторое противоречие. Наши студенты учатся в малочисленных группах, но им оказывается всемерная поддержка. Значит, мы отслеживаем учебу каждого студента, проблему каждого студента. Отчисляют слабослышащих в процентном отношении гораздо меньше, чем обычных студентов. Ведь они куда более дорожат возможностью учиться. Свою заслугу сотрудники центра видят как раз в том, что их подопечные становятся настоящими профессионалами, не нуждающимися в опеке государства. Но самое главное достижение – изменение сознания ребят и обретение ими совершенно другого статуса. В процессе его обучения вот в условиях той схемы, которую мы разработали, происходит вообще трансформация сознания. Когда ты его на первом курсе спрашиваешь, кто ты, он отвечает, я глухой. Тогда, когда проходит второй, третий курс, когда ты его спрашиваешь, он говорит, отвечает, что я глухой студент. На 4-м курсе он отвечает о том, что я студент глухой. А на старших курсах, когда он выходит, он говорит, я специалист. И его позиционирование в жизни – вот это вот как раз и является тем основным преимуществом интегрированного обучения. Современная история Центра интегрированного образования началась в 1994 году. На первых порах приходилось трудно. Был накоплен уникальный опыт, но все упиралось в отсутствие денег. Ведь именно в середине 90-х годов прошлого века в стране резко снизилось финансирование науки и образования. В средние века глухота считалась Божьей карой, потому что глухие не слышали проповедь и не понимали Слово Божие. Учить глухих было запрещено, потому что это противоречило высшему наказанию. Состоятельные родители, тем не менее, пытались обучить своих глухих детей. Монах-бенедиктинец Педро Понсе де Леон достиг больших успехов. Его ученики не только обучились грамоте, они понимали латынь и греческий и могли самостоятельно молиться и даже ходить на исповедь. Успехи де Леона были настолько велики, что испанское духовенство было вынуждено признать нравственную интеллектуальную состоятельность глухих.
В 2001 году коллеги из Японии выделили центру $300 000. Но это была не просто благотворительная помощь, а своего рода инвестиции. Бауманский центр закупил компьютеры, специальную технику и особым образом оборудовал учебные помещения. А в качестве дивидендов вернул японцам новую специализированную образовательную методику обучения глухих, которая сейчас используется в таких странах, как США, Канада, Австралия и Китай. По программам, разработанным в Бауманском университете, уже работают центры на базе вузов Новосибирска, Владимира, Челябинска и Казани. Это единственный выход. Вот эта модель на сегодняшний день – идеальная модель решения вопросов по обеспечению и высококачественным, доступным образованием, и тем, чтобы эти выпускники, которые завершат такой курс обучения, реально были нужны и экономике, и обществу, и самим себе. Как правило, инвалидов по слуху обучали различным ремеслам, но при этом преобладал утилитарный подход к набору специальностей, который сводился к таким профессиям, как, например, швея, столяр или резчик по дереву. Работа в специальных группах на производстве только способствовала еще большей изоляции слабослышащих людей в обществе. А вот включение их в активную повседневную жизнь – задача более сложная, но и отдача от нее намного больше. Я сразу обращу внимание на крайне неудачный перечень рекомендуемых профессий для приоритетного трудоустройства, который вот сегодня наши органы власти федеральные рекомендовали, потому что там как раз те профессии, на которые сегодня трудоустроиться практически невозможно. Студентка последнего курса Олеся Романченко обучалась по интегрированной схеме. Она не скрывает, что ей было очень трудно после третьего курса начать учиться наравне с обычными студентами. Но подготовка, которую она прошла в центре на младших курсах, очень помогла. Сегодня Олеся, еще не получив диплом, уже рассматривает предложения от будущих работодателей. Я рассматриваю предложения вот на заводах всяких. Вот. Хотелось пойти вот на собеседование. Ну, у меня есть некоторые варианты. Вот завод Сухого, либо на НИА, вот, который находится на Новослободской. Мы говорим работодателям в будущем, что студенту в университете, глухому студенту, учиться трудно. Но если он освоил программу университета, то с вашими проблемами на вашем предприятии он справится обязательно. Берите его и не пожалеете. Оказалось, что те методики и компьютерные программы, которые помогают слабослышащим осваивать сложные предметы, могут сделать учебу и работу и здоровых студентов более эффективной. Например, наглядные трехмерные модели деталей и механизмов, разработанные специально для слабослышащих, очень понравились обычным студентам, и они предложили их использовать в качестве дополнительных учебных пособий на своих занятиях. В рамках курсовых и дипломных работ студенты усовершенствуют существующие и создают новые образовательные технологии. Одни для обычных студентов, другие для инвалидов. Студенты центра лучше других понимают трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения. Группа старшекурсников, в числе которых и инвалиды по слуху, трудится над созданием специального мультимедийного проекта, который помогает слабослышащим осваивать инженерные специальности. В данный момент мы разрабатываем систему «Сурдопортал», которая помогает студентам, преподавателям обучаться языку жестов и помогать им при подготовке к лекционным занятиям, к семинарам, потому что при изучении дисциплин в этом университете очень обширный набор терминов, необходимо воспринимать, и просто так это не осилить. Необходимы специальные средства, которые помогут им в этом. На протяжении веков отношение общества к слабослышащим было разным, но в основном оно сводилось к опеке, а не образованию. В США первыми решили сконцентрировать усилия на обучении глухих именно инженерным специальностям. Наши американские коллеги, они, скажем так, в качестве приоритета именно выбрали форму высшего инженерного профессионального образования как приоритетную форму для этой категории инвалидов, сохранный интеллект. А дальше их лозунг звучит как «превратим
инвалидов налогоплательщика. На самом деле для наших, так сказать, для нашего понимания, для нашей ментальности это выглядит несколько цинично. Но если вспомнить, что налогоплательщик в Соединенных Штатах это есть человек со всеми правами и обязанностями, которые есть, то это есть, допустим, 100% реабилитация. Преподаватели могут обучить студентов, но не обеспечить их работой в будущем. Надежда здесь на специальные государственные программы. При этом специалисты отмечают, заставлять работодателя принимать на работу инвалидов неэффективно. Бизнес нужно заинтересовать. Государство обязано, на мой взгляд, вернуться к теме квотирования рабочих мест для инвалидов и, соответственно, обязать всех работодателей с определенным числом работников создавать такие рабочие места. Б. Предоставить всем, кто трудоустраивает инвалидов, определенные налоговые льготы, то есть должен быть не только кнут, но и пряник. Таким пряником может стать экономическая отдача, которую будет приносить данная социальная группа. Ее обычно принято считать маргинальной рабочей силой, но, по мнению специалистов, это далеко не так. Сравнительный анализ квалификации трудовых мигрантов и образованных специалистов с ограниченными возможностями показал преимущество последних. Не случайно те, кто вышел из стен Центра интегрированного образования, работу находят в 100% случаев. Два выпускника даже работают за рубежом. Секрет заключается в том, чтобы анализировать развитие рынка труда, предвидеть, какие специальности будут актуальны через 5-7 лет и вовремя предложить студенту возможность получения дополнительных знаний. Студент центра при желании может прослушать несколько дополнительных курсов, которые могут пригодиться в будущем. Помощь в профориентации – одно из направлений работы центра. Если региональные власти имеют стройную политику в отношении экономического развития своего региона и конкретно кадрового потенциала, который есть, то в целом они должны, скажем так, рынок труда посчитать, где кто нужен. Тогда мы способны, и мы разработали такую технологию, которая позволит подготовить специалиста под конкретное место, на конкретном этаже, на конкретной табуретке, на конкретном месте и под конкретного производителя. Степень цивилизованности страны определяется в том числе отношением к инвалидам. В России ситуация постепенно исправляется, растет уровень терпимости. Сотрудникам центра все-таки удается убедить профессоров Бауманского университета, в том числе и очень известных, пойти навстречу и ради нескольких студентов, например, использовать специальное оборудование. Сначала было трудно, но все понимали, позитивное отношение общества к людям с физическими недостатками надо культивировать, в том числе и при помощи наглядных примеров. Если бы мы показывали активнее спортивные соревнования, паралимпиады, где блестяще выступают, кстати, наши ребята, то здоровые люди, вольно и невольно, начинали бы задумываться, если он, человек с инвалидностью, может вот это, что же могу я и почему же я этого не делаю? Сегодня в центре обучаются 220 студентов, еще 70 на подготовительном отделении. В ближайших планах его расширение. Главная задача – сделать так, чтобы интегрированное образование начиналось как можно раньше, еще в школе, и чтобы слабослышащие школьники как можно быстрее включались в активную жизнь.